Эй, всем приветов, друзья, всем бугагашечки Нептун, это я, и это рубрика FNAF Пародии. Совсем недавно вышел небольшой такой интересный FNAF проект, Project Pitfall. Как заверяет разработчик, эта игрушка была сделана буквально за 5 дней, и готовилась она к какому-то там джему, ну то есть небольшому конкурсу для разработчиков. А еще, друзья, что самое интересное, в этой игрушке будут модельки аниматроников именно из той FNAF пародии JRs, ну то есть Juniors. Я тоже на канале как-то проходил, там был довольно специфичный и очень любопытный дизайн всех основных аниматроников. Давайте поиграем, новая игра. Что там напридумывал разработчик? Ссылочка на игрушку будет, друзья, в описании под этим видосом, кому понравится, можете себе ее заприметить. Ай, наш герой куда-то встает, просыпается где-то в какой-то, видимо... Что это, заброшка? Алло, кто-нибудь? Или какая-то заброшенная психушка или тюрьма. Так, ау. Реально на тюрьму похоже. Приседать Ctrl. Или какая-то больничка. Да, скорее всего, психушка. Может, наш герой просто немножко шизанулся. Так, а у меня фонарик вообще предусмотрен сюжетом. Кресло инвалидное. Ну да, это психушка, как будто бы. Открываем двери. Идем в неизвестность. Я что-то тут все прощелкал у себя на клавиатуре, я так и не нашел фонарик. Может быть, его и нету? О, кто-то душ принимает. Звук, знаете, характерный. Мытья в ванне где-нибудь на кухне. Блин, темно. Почему на кухне? Почему-то я просто вспомнил мемчик. Типа, когда живешь в коммуналке, там... По кухне была, и на кухне была ванна. И с одной стороны, там что-то женщина готовила, а мужик принимал ванну. Там же на кухне. Типа, мыл не подашь. Вот звук был очень похожий. Так. Куда тут топать-то? Она не видно. А, сюда. Очень-очень хреновое освещение. Ну, не потому что хреновое в игре, все плохо. Нет, имеется в виду, что оно его очень мало. Мне бы какой-нибудь фонарик бы дать. Кто я? Зачем я здесь? Откуда я здесь? За кого я играю? Такие вопросы остаются, видимо, сегодня без ответа. И что самое главное, что мне нужно делать? Да камон! Я нечаянно нажал на Escape, я думал, что сейчас я, ну типа... Ну как обычно на Escape, обычно пауза, и там, возможно, есть задачи. На тебе, Нептун! Выход в меню, круто. Ну-ка, может быть, хотя бы не сначала буду играть? Нет, буду играть сначала. Продолжаем. Дошел до этого места, где я остановился. Опа-опа-опа, подождите, там чьи-то лапки торчат. Опа. О, Фоксиан. Это реально, это тот Фокси, который был в JR. Да-да-да, смотрите. Вон крюк у него есть. Возможно, он рано или поздно встанет, но это очевидно, да? Так, какая-то кнопочка. Какой-то рубильник. Это все дело, друзья, неактивное. Пока что не знаю, что будем делать. Что от меня хотят? Ау-у-у. По-моему, я там был, да, я пошел на третий этаж и спрыгнул сюда. А это, получается, мы где-то на втором. Там одинокий стул стоит. Эй, стульчик, не грусти! Я рано или поздно к тебе проберусь, наверное, надеюсь. Так, ящики. Вонючие лужи. О, что-то зелененькое. Так. И что, и как? А-а-а, какая-то кнопка была? Door has no power. Типа, дверь обесточена. А какая дверь? Так, понятно. Походу, дело у нас кто-то ожил. Так, использовать окружение, чтобы... О, давайте за ящиком заныкаемся. Походу, сюда идет Фокси. Да-да-да, реально, смотрите. А! Твою мать, а чё он такой резкий, как понос?
Блин, у него была эта такая... Такая упоротая анимация ходьбы, знаете, когда руки вытягиваешь вперед. Я эту анимацию ходьбы видел еще в 2014 году в игрушке Dungeon Nightmares. Там, помните, такая страшная девка появлялась с диким визгом, именно так же двигалась. Так. А что делать-то после этого? Пойдет сюда, а сейчас? Короче, нужно выждать за ящиками, а потом, видимо, пробежать. На скорости. Нужно использовать разное окружение, чтобы укрываться здесь. Потому что с Фокси шутки плохие. Почему он странно за мной побежал? Это он побежит за мной на двух своих ногах, но вместо этого он просто пополз, знаете, как какая-то страшная мертвая девочка. Пошел, 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 пошел. А куда бежать-то? Тут все заперто. О, там кнопка стала зеленой. Так. Так, куда нажимать? А, рубильник. Go back to the control room and press the button. Это там, где белая кнопка была, да? Ой-ой, плохо дело. Он идет сюда. Ай, не надо, не надо, пожалуйста, не надо, не надо. Ау! Походу, у него немножко замкнули механизмы. А может, его гребаное зрение не позволяет мне наблюдать в темноте? Я же в темноте был, в темном углу. И он меня пропустил. Ха-ха. Истинно балдежная. Модно молодежная. Так. Надо как-то вернуться. Я просто чудом выжил. Ну, разработчик, я не знаю, может, это баг. Ну, очевидно, что это какой-то баг. Он не должен был меня оставлять в живых. Но, знаете, как будто бы... Это даже вписывается в сюжет. Ну, типа, разбитый, покореженный аниматроник. У него плохо работает. Да ты издеваешься. Да, может, хватит уже? У тебя глаз на жопе или что? Как ты меня увидел? Так, допустим, он прошел. Так, заходит. Мне туда нужно как раз в эту комнату пройти. Я ни хрена не вижу. Ну ладно. О, идеально. Хорош. Хорош. Я мастер стелса, между прочим. Сваливай, Фоксян. Все, он вроде ушел. Door unlocked. Так, надеюсь, он не пойдет сюда. Это та, наверное, дверь, которая была, помните, тоже с кнопочкой? Ой, не-не-не-не, ну, чувак, ну не надо, нормально же общались-то. А че он развернулся? Так, пробежали, побежали, 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 побежали. Жестко. Вот дверь. Да, это она. Ха-ха. Прошли, наконец-то. Окси мне не достать. Поэтому душ принимает постоянно. На кухне. Здрасте. Здрасте, куда нам топать? Тут два прохода. Нужен ключ, а тут темно. Эх, герой, герой. За кого я играю? Почему у него нет ключа? Почему у него нет фонарика, зажигалки? А, ключ. Чудесным образом нашел ключ к лежащему. Ты какого лишнего все приперся, а? В смысле Фокси пришел сюда? Так, ладно, давайте подождем за этим стеллажом. Я очень надеюсь, что он сейчас просто пройдет направо. И не будет сюда заходить ко мне. В мое укромное, уютное гнездышко, да? Так же и будет, по-любому. Давай. Поднажми и немножечко пройди право. Ну, вправо, прямо. Дальше. Хорош. Не останавливайся, давай, вперед, вперед, вперед. Иди своей дорогой, сталкер. Так, давайте пробежим на фасте. А то мало ли. Заметят меня еще? Так, ладно, прошли это место. Там что за окном? Полнолуние. Темный ночной свет.
Это я обошел, да? Замурмурчательное. Ты кто такой? В смысле? Эй! Find something, что найти что-то, чтобы деактивировать чику. Какую чику? Меня Фокси схватил. Ой. Бонни? Откуда он тут взялся? Я его не видел даже. А, вон наверху стоит кто-то. Это чика, да? Ля, какая, смотрите. А че она такая высокая, как дура? Блин, я ничего не... Я не вижу ни хрена без фонарика. Что мешало разработчику сделать фонарик? Нахрена тебе гитара? Ты в психушке. Походу, дело у Бонни проблемы. Так, что? Нахрена все пришел? Так, ладно. Это просто, видимо, комната, чтобы заныкаться. Сейчас тихонечко. Я не понимаю, что от меня хотят. Куда идти? Я ни хрена не вижу. Дайте фонарик. Найти что-то, чтобы обезвредить чику. Давайте шибанем по ней табуреткой. Так, друзья, в одной из комнат я нашел что-то. Моя задача — найти батарейку для тазера. Короче, у меня есть как... Тихо. Ты что, бешеная обезьяна, прибежал сюда. А у нас есть, я так понимаю, какой-то пульт управления или пульт... Ну, типа шокера, короче. И мне нужно найти теперь батарейки. Где-то здесь, в темной комнате. В темной локации, где нет фонарика. Как, Карл, это мне сделать? Почему заяц бегает спиной вперед? Почему он постоянно ходит, как зомби? Ядрит он бешеный. Ай. Как мне искать батарейку? Где? Вот так все хреново видно. Что мешало разработчику сделать фонарик? По-моему, фонарик в играх, наверное, не такая сложная геймплейная деталь, правильно? И что самое хреновое? Она вся не подсвечена. Где мне искать иголку в стоге сена? Вот где? Прикиньте, где-нибудь там вот батарейка в темноте. Что делать? Боже мой. О, я в домике. Нет, я не в домике. Короче, вы не поверите. Уйди нафиг. Изыди, демон. О! Лайфхак. Все, теперь замурован, молодой человек. Ты очень плохо себя вел. Ты плохо себя вел, Бонни. И твое место — всю жизнь ходить в дверях. Глупый Бонни. Так. Короче, вы не поверите, друзья. Вот батарейка. Прикол в том, что ее изначально не было. Она не заспавнилась. То есть здесь было пусто, поэтому я ее долго не мог найти. И как-то вот убегает Бонни, обратил на это внимание. То есть сначала мы берем пульт, а потом берем батарейку. Внезапно. А тут в темноте ничего не нужно делать. Так, как мне тебя использовать этим говном? Чика. Вау, вот так? А ты откуда взялся? Чё за бред? Ты же был зажат. Чё за читы? Это читы. Все, занято. Можешь хоть забегаться. Может, какой трэш. Давайте, короче, слепанем чика и да побежим дальше. Что нам здесь ловить? Правильно, нечего. Так, побежали. Просто не останавливаемся, да и все. Сразу туда, куда нам нужно. Все, обломись. Ха-ха, я переиграл тебя. Короче, видите, я убрал графику, правда, на минималку. Но зато здесь теперь тени не такие жесткие. И что-то как-то даже немножко получше видно. Бум. Find two buttons.
Вау, ты еще кто? Мне нужно найти две кнопки, чтобы активировать рубильник. Кто меня убил? Откуда? И главное, откуда? Да в смысле? Ты кто? Откуда ты? Почему он не убивает? А, вон почему. И что? Он меня убивает, потому что он на меня смотрит? А, он как SCP передвигается. Интересно. Это тут ничего нет. Прости. Такой счастливый. Так. Эту кнопку я находил. Это вот здесь. Нажал. Слышали? Был чик. Это вторая кнопочка. Был еще один чик. Стоять, Фредди. Стоять, Фредди. А что я открыл? Вот эта дверь? Нет, она не открылась. А рубильник где? Вон тут? Опс. Фух, нажалось. Так, и что мы открыли? Вон ту дверь, да? Вот эта вот. Воу! То есть меня Фредди все равно поймал. Вот он, собака. А чего он так стал странно передвигаться? Разве это по-аниматрониковски? Это не по-аниматрониковски совершенно. Ну, слушайте, прикольная игрушка. Кривоватая, конечно, немножечко. Ну, понятное дело, за 5 дней он сделал ее. И, в принципе, не скрывает, что могут быть баги, но в целом для 5 дней вполне себе прикольно. Я только одного не понял, почему трудно было так дать игроку фонарик. Эта темнота, она не пугает, она скорее раздражает больше. В общем, ссылочка будет в описании, скачивайте и играйте. Большое спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой телеграм-канал и на дискорд-сервак, и обязательно смотрите видосики на Дзене. YouTube скоро могут замедлить или даже сблокировать. А на Дзене я буду исправно выпускать видосики, так что вы там меня точно не потеряете. Ну, либо можете поставить себе VPN, на всякий случай, чтобы смотреть видосики дальше на YouTube-чике. Я буду на YouTube продолжать работу, во что бы то ни стало. Желаю всем крепкого здоровья и позитивчика, друзья. Всем пока-пока.